Рейдеры. Только не гранату. Спокойно, блин. Где еще один? А, я убил ему? Я, походу, тапнуть ему успел, да? А сколько стоит заказать пробежаться рейд Сарсас? Если возьму. Сарсас? Да я думаю, и так можно пробежаться. Сарсас — это жесткое оружие. Как бы в основном просят пробежаться с какой-нибудь фигней, типа. Там, не знаю, дробовик там. Еще всякая ересь такая. А Сарсас-то почему нет? За милую душу. Ага, есть челик, два челика. Надо успеть. О, лагающий чел, ну понятно, бля. Ну один отъехал. Ой, сука! Нормально. Еще один чел. Хит, хит. Причем эти ребята, трое, да, которые остались, они все вместе, понимаете? Они все заодно. А здесь были, походу... Бля, голова торчит, ну. Никто ничего не видел. О. Пушит меня. Чел, конечно, молодец, что запушил, но как-то прям совсем опрометчиво. Как бы с корявой хаешкой пушить так вот, ну что-то странно. Им закинул нас бир. Понял тебя, маэстро. Потом посмотри попозже, хорошо. Спасибо большое парням за поддержку. Ух, это шестой, да? Еще один должен быть вот там. 100%.
И один, скорее всего, где-то на шаре. А, прыгай, слышите? Это восьмой или седьмой? Патроны нужны. Так. Блин, пока я не прочищу камни, я вообще не чувствую себя в безопасности тут, знаете. А камни я отсюда не увижу. Поэтому я хз даже, что мне сейчас делать. Сюда. Гранаты надо, чел. Бля, не залетело. Сейчас был бы фражик уже у нас готовый. Двое. Давай, друг. Ему там хорошенечко должно сейчас было достаться. Так. ППшка, блин, серьезно? Бля, глушак выкинул. Сюда. Так. Окей. О, пацана вы залутали, да, я так понял? Вот этого, да, этот пацан залутанный. И этого вы залутали. Сейчас тогда на дальний бункер сгоняем. Пролутанный, да? Пролутанный. Сюда. И тот человек, парни, в чатике, и упало. Здорово всем, ребят.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, восьмерых убил. А, хорошо. Кто просил эрсасочку? Рейд для тебя, пожалуйста.